Для улучшения экологии Усть-Каменогорска создадут специальную дорожную карту. Она станет основным документом, который позволит решать проблемы в этой сфере на уровне правительства. В областном центре расположено сразу несколько промышленных гигантов. В год они выбрасывают в воздух больше 54 тысяч тонн загрязняющих веществ. Если прибавить к этому выхлопные газы от транспорта и дым от печей в частном секторе, картина получается удручающая, говорят экологи. Поэтому руководство региона поручило профильным ведомствам заняться разработкой календарного плана поэтапного снижения выбросов. Дорожную карту внесут каждое предприятие и меры, принимаемые там по уменьшению загрязнения окружающей среды. Все действия распишут на ближайшие 3 года. А со стороны государства будет обеспечено необходимое финансирование из бюджета, отмечают эксперты. Нам сейчас дали 10 дней, за которые мы должны усовершенствовать уже имеющуюся городскую дорожную карту по улучшению экологии и с конкретно расписанными мерами направим ее на утверждение в правительство, потому что финансирование будет не только из областного, но и республиканского бюджета. В документ мы включим все наши глобальные проблемы, начиная от необходимости ликвидации радиоактивных точек в городе до очищения воздуха.